Введи мой промокод LEGO и покупай игры со скидками на g2a.com. Ссылка в описании. Всем здорово, ребят, с вами Атак, Импульсы, LEGO. Здравствуйте. И мы начинаем... Господа, здравствуйте. Мы начинаем продолжение вайпа на Айрасте во втором нашем доме, в котором мы тут построили для съема. Хватит дрочить. У нас сейчас, да. У нас сейчас новая такая тема будет. Подожди, а куда мы идем? Вообще, что я вышел-то как крутой? На Айра. Выходи, импульс, ты ж чего? Я подожду вас здесь. У нас какая-то стрёмненькая броня. На самом деле это наш домик, ну такой для съемок. Есть там лут или нет, не знаю. Может быть, кто-нибудь знает. Сейчас у нас просто притирка к оружию. Вот у меня есть болт, у ребяток есть Томпсон и калаш, да, как я понял? И болт. И, да, и я болт. Большой пистолет. Такой болт. Потому что... В патче очень сильно стрельбу изменили, и сейчас... А, у тебя тоже болт, смотри. Воу! Я по тебе попал в голову, блин, из-за него. Зачем так? Я по нему попасть не могу. Хорош. По нам стреляет. С ангара. Пошел вон, уйди. Помощь нужна. Попал по одному, убил одного. Добил. Хорош. А еще там был? Еще есть, убегает куда-то. Правый ангар забежал. Я пойду его лутану, прикроешь? Be careful. Спасибо, guys. Так, что у него тут было-то? Вправо. Забираю. Вправо, куда вправо? Дожди, у него только лук был, у него не было никаких этих... Что-то не тот. Штук. Это не тот. Странно. А я думал, это тот. Вон, иду, двое на нас, справа. Где? Вижу, иду к тебе. Вон помогать они. Сейчас буду. Точно идут или не идут? Да, вон они развернулись, лутаны чистые. Ага. Попал по нему, по шейке прям. Только смотрите аккуратно. Да, нам главное не загоняться. Мы же играем сосуха стайл, типа. Сосуха стайл? Типа стиль... Сосущего мальчика, да? Да. Я просто хотел сказать хохловского украинского. Ну не буду. Я люблю дед. Смотри, чувак какой-то стоит. Алло, я в него не попал. А зачем он стоит? В смысле? Я прикинь, я настолько растерялся, что с болта даже ни разу не попал. А он, оказывается, настоящий. Че, у него есть что-нибудь? Совесть. Совесть. Есть что-нибудь? Ничего. Что у нас в расте изменили? Изменили полностью баллистику, изменили количество попаданий в тело, то есть теперь с калаша, если вы 3 раза попадаете, человек не умрет в корпус. Бывает такое, что... Нет. Бывает такое, что пули не проходят. Бывает такое, что стреляешь в затылок с болта, он не умирает. Зато когда по нам стреляют... Мы умираем. Ну вот, раст он такой. Так, я сейчас накручу себе тоже экранчик, и мы пойдем. Всё. А мы умираем, потому что Авада Кедабра. Бам! Ты что делаешь? Не знаю, говорит. С ума схожу. Вы мне обещали, что покажете, где-то какой-то аэр, типа, был. А, иди сюда, я тебе покажу. Давай. Где? Смотри, фонарь. Вообще классно горит, да? От него такая прям, это... Дымок идет. Дымок, да. Бывает морозки. Вот на крыше человек сидит, вон. На какой? Там... Ага, вижу. Карлсон? Карлсон, он упал. Хорош. Это а ты ангелы. Говорил... Они что, рядом построились, что ли? Да, походу. Давайте запомним наше правило, любимое. Не подходим к домам вражеским. Давайте за стеночку сразу, может. Потому что... Дом этот дебил. Потому что мы не хотим перестреливаться с домами. Это же наше правило, любимое. А с донаторами тем более. С донаторами тем более. Так, идем. Что у меня пока... У меня патроны есть на пистолет, если есть. А пистолет ты нашел? У меня томик и пекаль есть, я еще и пекаль отобрал. Еще и болт. Это плохо. Еще ну и давай, болт, слушай, я вообще вооружен и опасен. Пойдем тогда. А, ты еще и болт забрал? Болт нет, у меня был сразу. Ага. Я пекаль забрал. Во-во, вижу. За скалой один. Во-во-во, что-то меняет вижу, там. Вижу, да-да-да. Ребята, вы помните, да, куда не мы иди, идем? Не иди, не иди, за стенку. Не идем. А, я понял. Ты... Я иду в защиту. Я защитник. Защитник стайл у нас сегодня будет в записи. Я думаю, что к следующей серии мы уже подготовимся и пойдем с ракетками. И это будет серия нереальных рейдов. Вы просите нереальные защиты, а как мы их сделаем? На нас никто не нападает. Нападайте, ребят, тогда на нас, когда мы в онлайне, чтобы можно было записать серию. Вот и все. А бомбить там в комментариях не нужно.
Это некрасиво. То, что у нас там 3 миллиона камня, там я слышал такие вещи. Нету 3 миллиона камня. Есть 4,5. Сейчас. Но сейчас не об этом. Сейчас темнота какая-то. Непонятная. Давай пойдем, может быть, знаешь куда? В сторону цилиндра. Через эти? Не-не-не, вот так вот, чуть правее. Пойдем за мной. Сейчас вот здесь вот посмотрим, что. Хорошо, ты смотришь. У меня что, есть меч? Ну, у меня нету просто, поэтому я такой. Меч. Мы вот так вот. Можно? Нет, я пытался. Вот это разбейте, пожалуйста, бочку. Посмотрим, что в ней. Сейчас я вам покажу реальный путь. Конкретный путь. Изи, там? Один удар. Давай, чуть правее, чуть сейчас разнем левее. Левее. Да, и вот так пойдем. И потом прямо. Да, вот. Топим за мной. Топим за мной, guys. Я потерялся. Ты главный... Your English is perfect. Your mission is perfect? Very, very good English. Nice, guys. What? Я сразу заметил, что вы уже прокачались, да? Собственный скилл подняли. Да. Вы уже знаете английский язык, украинский, белорусский, русский. А. Стоп, белорусский я не знаю. Не знаешь, да? Я могу тебе подсказать, смотри, ёбаный рот, это, короче, возьми украинский хер. В рот. Я думал, просто возьми, отруби, ну ладно. Отруби хер в рот, что? Импульс, фу-фу-фу. Так, нам нужно сейчас заценивать дома, так как нам всего лишь на один дом, мне кажется, нужно около 8 ракет, да? Вместо игры мне 17, опытный игрок. Опытный игрок, что это такое? Во, ты тише. Это дом или это что-то непонятное? Давайте без этого, стрельбы. Давай, мы должны идти как коты. О, ты смотри. Тихо, подожди, тут дом открытый. Где? Смотри, как они намутили, классно. Чего? Через этот. Это подсажу. А, нифига себе, ну их уже зарейдили, получается, да? В смысле, там дверь замком. Ого-го. Деревянный. О, стреляй. Пойдем. Под шаром как раз. Потом фрагусы. Нет, чего ты взял? Нет, это они на цистерне сидят. Сейчас посмотрим, что там происходит. Они же там это фармят всю жизнь и фармят. Я потерялся. Вот так. Подальше, найди меня. Давай смотрим, где Айр, да? Куда он летит? Я не вижу его. Где у нас Айр-то находится? А вот это, смотри, какой-то дом я думал, оградили стенами, а вы это. Вы бы так не шли в открытый по пляжику. Вы бы шли возле камней, может. Я вот возле камней встал. Вот этот дом меня смущает, какой-то непонятный. Это какая-то цитадель, блин. Нет, это непонятно. Вообще. Цитадель. Это туман, блин, какой-то. Че, пойдем в сторону цистерны или как? Я что-то очкую. Можно только аккуратно, подожди. Давай подождем чуть-чуть, посмотрим, может быть, оттуда кто-нибудь выйти сейчас. Давай, да, вот на гору сейчас зайдем. И глянем, че кого. Кстати, на сервере сколько? 94 человека, хотел сказать, 100. Неплохо. Но было 100. 103, по-моему, было, я видел. Так, что тут? Это какой-то дом реально непонятный. Но там вроде как большая печка. Работающая. Так, у меня аптечки есть жареное мясо. Вижу. Где? Вижу. Кого? На цистерне? Два человека. Не-не, левее цистерны. Не стреляй пока по ним, потому что... Вижу. Ты что, гонишь далеко сильно? Давай поближе подойдем, посмотрим, что они будут делать. Они дико далеко. Они что-то с луками, вот стрелу я увидел. Это, возможно, по ним стреляют. Сейчас посмотрим. А это что за вышка? Здесь интересно есть... Нету лестницы, это просто для обстрелов. Печально. Ага, вижу двоих. Во-о-о, сейчас тут драка будет. Пойдем, попадаем. Надо попадать по ним. Попал. МЛТ убили фаргусов. Сейчас по нам тут попадать будут. По мне стреляют в голову. Не могу попасть. Попал по одному. Убил. Хорош. Лучший. Добивать надо. Там. Их трое. Ой-ой, меня попали. Не могу попасть. Отступает. Да, отступает. Да, забрали у них. Я за ним пошел. Осторожнее будь. Мы все идем. Вот он. Стреляет по мне с болта. Попал по нему. Все, ты свалил. Смотри, как получается прикольно. Я попадаю, если я попадаю с болта, ты просто с калаша добивание творишь.
Так, я лутаю. Нормально, да, я тоже лутаю. Смотрите все по сторонам. Так, Олег, осторожно там будь. Окей. Лутаю. Эти все железки! Да, все железки. А у нас железок нету. Я пока железки одену. Килты, нагруднички. А потом мы можем выучить это дело. Вот это хорошо, вот это хорошо. Главное, главное только не как в прошлый раз учить, а с этими учить, как его. Так, тут же Я прыгаю. Топы еще лутают, следующий. Еще одна железка. О, давайте мне что-то на килт и на голову. Килта нет, есть на голову, на голову. Давай на голову. На голову. У меня две болтавки в слотах, 8 патронов. По сторонам, по сторонам. Да что, по сторонам смотрим, да. Ну, давай, как что, посмотрим сейчас. На цистерну лезть не буду, сразу говорю. Я одного да, не, на цистерну, да, не. Я одного не понимаю, зачем? Пойдем в сторону вот правее по дороге, там же этот будет. Так, давайте я, ангарчик. Может быть, сетхом напишу, потому что я фуловый уже. Возьми тогда, уже, можешь что-нибудь фул, взять? Я пошли, фул. Мы скинем лут. А, только постакать. Да, постакаешь. А мы а дальше. А что такое у вас есть, скажи? У тебя болтовка, есть слот для болтовки? Нету, да? Постакай. На, забирай, я тебе скинул. Давай. У меня есть вес только. Все. Так, все, да? Подожди, а фрагменты есть у тебя, вот скинул? Есть. Я улететь не могу. Елки, плакину на снять что-то. Очень холодно. Пойдем с нами пока. Пойдем пока с нами. Ой, ребят, петушка вылетела. Подожди. Да? Давайте внутрь заберемся все-таки. Внутрь чего? Цистерны? Шара. Да нет, смысл? Не, нет, а вертушка вылетела, понимаешь? Давай, 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 плюс... давай. Так я за... она заходим. Летит, она летит сразу на нас. Заходим. Она если она с ракеты себе будет давать по нам, ничего не будет. Да, и плюс... Может, бегут, вижу, будет. Вижу, двое бегут. Тихо, тихо, тихо. Пойдем, пойдем, залезем. Пока не стреляйте по ним, пускай поближе подпустим. Тем более, видишь, бегут двое. Да, вижу, бегут. Все, можно сейчас здесь усухариться и их выждать. Не тут прямо, а выше, давай. Мы не успеем, наверное, уже, пока нет, они... Нет, не понял, не выше, вот сюда вот, смотри. Вот сюда вот садишься, смотри. Да-да-да, я понял. Вон, сзади еще бежит двое, еще двое. Все, сидим тогда и дефаем. Вон, в спине. Сидим, да, в спине? А, они вижу! Под цистерной, ребята, под цистерной уже. Под цистерной? Двое под цистерной, двое с другой стороны. Ребят, все. Давайте... Лего, зайди внутрь. Вот давай. Смотри, если стрелять, то отсюда вот. Под тут, тут. Идут? Давай, я буду бахать, ты тоже бахай. Пока не вижу никого. Топы идут. Нет, пока никого нету. Вертушка там что-то... Вертушка наяривает. Медведь вон сзади бегает, галаши. Смотри, они тебе спину могут стрелять. Ты можешь чуть-чуть сюда? Ты как-то сел, так вообще на открытую. Вон они, я вижу их. Стрельнул по одному. Это лучники. Убил одного. Понял. Еще там один есть, можно пойти... лутануть. Не-не, смысла нет, лучше не бежит. Кто-то бежит. Там их было двое возле трубы. Я его даже двое не видел, трубы, а потом увидел. Еще бежали, вижу, вижу, я бегу на ту сторону. Давай. Огонь, батарея. Че он тут за ним лутал? Что, просто отступай назад. Да-да, я сразу пойду. У меня аптечки, все есть. Вон, справа. Попал. Попал? Вон, за камни бежит. Это хрень не простреливается, что? Да-да-да, там дофига багов непонятных. Я уже тоже сталкивался. Он за камнем большим вот этим, видишь? Я вижу. Он летать будет. Он за него зашел. Он все, сейчас будет улетать. Даже вертолет куда-то летит. О, вертолет по кому-то наяривает. Это вы стреляете с АКшки? Да, мы. Ну все, тогда. Вижу одного голоса. Хедшот! Убил одного. Что за бред? Да что такое, попасть не могу. Кепка. Пойдем лутать. Нет. Окей. Там еще один на дороге. Сейчас попробую. Я по нему попал уже два раза. Да, он за этим, за столбом. Ага, вижу его. Он что, с болта тоже стреляет? Нет, мы с болта. Он за столб, да, короче, столб вообще никак не простреливается. Падла хитрая. Лол, что за прикол? Да это он за столбом. Ты что, не видишь столба? Так, не, я вижу столба, я вижу столб, но просто это не столба. Смешно. Я вижу столб. Я вижу столба. Это я пошел к нему. Это я. Попал? Я сейчас ему устрою здесь кочегарку. Еще один снизу. За столбом, это я. Я вижу его. Прикинь, не попал по хеду.
Стоп, стоп. Все, хедшот, он убит. Он убит. А, ну стоп, подожди. Еще бегут какие-то бомжики. Уходи, назад. Ухожу. Это бомжики. Но я все равно уйду. Ты наш вход бросил, да? Да. Я сел в этом. Возвращайся. В НПЗ-хах. Нужно лутануть кого-нибудь. Это кто на скале? На скале враг, походу. А он был с оружием? Не знаю. Это плохо. Вот, Лего опять бросил вход, и все, и вот... Зачем? Я же возле входа сижу, чё ты тупаешь? А, ты прямо возле входа? Окей, ладно, окей. Тогда бегают. Я тебе верю. Я возле входа сижу. Я его чекаю. Это чё, по мне стреляете? Да, я же скал возле входа. Я забираю сейчас. Офига, он там поливает! Вертолёт, в смысле? Он там кого-то вообще залпом ракет уже второй раз дает. Все, у нас. Пойдем туда, пойдем! Они же стреляют. Это они его на аэропорту шибут. Пойдем туда, быстрее. Че вы здесь сидите? Здесь бомжи какие-то бегают. Солнце не вижу. У меня фул лут, я полетел. Сейчас на хом полетит. Я не вижу, солнышко. Солнышко. Ой. Он мне камнем кидается. Вы куда пошли? Вы куда пошли? А я попасть не могу. Ну все, я пошел тогда в сторону аэропорта. Если бомжики меня не убьют, то будет нормально. Вижу одного бомжика, лутает. Да что ж ты будешь делать-то? Да что ж ты будешь делать-то? Не могу и все попасть. Да. Стрельбу неплохо. Я унес 25 шприцов. Стрельбу гадко, конечно, изменили. 25 шприцов. Все, я пошел к вертолету. Там замесы, потому что какие-то. Давай, давай, сейчас мы на ТТП будем писать. Сейчас. Все-таки хочу добить этого бомжика. Да нафиг он мне нужен. Все, я принимаю. ТПА. Тек, написал. А, нет. Еще раз напиши билдинг зона. Что? Там горит вертолет. Тебе кто-то написал, ты не принял. Да. Да. Прими. Давай. Я может просто на аэропорт опешнуться. Принял. Не надо, сюда идите. Я принял деда. Все. Я уже рядом, как бы вижу вертолет. Дело в том, что мы попробуем зайти как бы со спины. Давай. Потому что. Ну а там вообще конкретно Валилова идет и. И как бы он горит, вертолет. Всем нужна турелька. Думаешь? Да ну, я не думаю, всем, что всем нужна турелька, скорее всего, просто... Там ракет просто попадет. Ракеты, сишки. Главное с болта попадать, вот что. Самое главное. А дедуля добивает или кто не добивает? Я могу добивать, мне ничего сложно, что ли. Раз в пузо с болта и дальше тю-тю-тю, все. А если еще и в хэд повезло? Главное сейчас у нас, чтобы вертолет это не запалил. Они его, видишь, агрят, долбят. Значит, там фаргусы, правильно? Да. Возможно, скорее всего. Кто еще могут вертолет долбить? Ну, смотрите, он по забору там, ну, по территории стоят. Сейчас они вот забор снесет, и можно будет там зайти к ним на территорию, хом поставить. Потом. Они же возле аэропорта летают. Какой еще забор? Идите аккуратно. не по открытому полю только, пожалуйста. Вот сейчас чуть левее пойдем, чтобы им к ним зайти. Ну блин, они нас жахнут, вот чё. Потому что... Так мы не пойдем к ним. Да, чё если что-то видим, сразу на хом летим. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот, это я понимаю. Хорош. Тихо, просто там медведь, спас. Нам нужно как-то... Да, я за вами иду. За там Санюгой, слева медведь. На нас! Кто на нас? Вертолет? Он тут, он может сагриться. Пойдем, надо видеть кого-нибудь. Как видим, там уже поймем, что делать. Смотри, как они гасят, ты слышишь эти пальбы? Да, 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 да. Он упал? Вертолет упал? Да. Да ну нафиг. Они сбили вертушку. И как мы сейчас их будем валить? Может быть, мы с дома со своего будем их валить? Она прямо возле этих ангаров. Возле нашего дома. Может, быстрее туда? Возле нашего, быстрее, быстрее. Туда я на вас ТП, у меня нет хома там. Дед. Там лута сразу не будет. Я уже на хом.
Да, 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 они прямо к нашему дому еще бегут. Все, 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 ТПР. Ох, нихера там, слышишь, там, они все. А так, принимай. Я сейчас, сейчас, давай кидай запас. Они там все, прикинь. Обалдеть. Вы не можете провести телепортацию всех, кто собирается телепортироваться. Ты скоро, давай, нет? Давай, давай. Дай уже прикат, давай. Все, отлично, давай. Принимай. Вот. Принял. Давай наверх дырку делай. А его... есть дерево? Нету. У меня есть то дерево. Давай, попал давай, хедшот ремонт, одному. Ремонт, почему ремонт, вот он опять не умер? Скажите мне, пожалуйста. Скажите мне, пожалуйста, давай. Почему, когда стреляешь фаргусов, они не умирают? Тихо, тихо, Олег. А нет, кого-то. Я его вроде нету. Убил. Дерева нет еще? Еще дерево. Олег, еще. Есть дерево у тебя? Нет, откуда вот у меня тут дерево-то? Я нашел, нашел, все, все, все. Давай быстрее, ремонт. Надо убивать их. Хотя бы просто повоевать. Убивать все. Не знаю. Давай. Погнали, гоу, 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 гоу. Я на позиции. Смотри, сколько их там. Хедшот убил. Хорош. Тоже одному попал. Такого не точно не ждали. Сколько их там? Жесть. О, не попадают. Фига. Конечно, они попадают. Боже. Я там, когда их увидел, я вспотел. Хорошие посадовые хэд. Лето вытрись, ты весь попный. Они пробуют лутать этот. А, да, там огонёк начинает лутать нормально. Он дамажит очень хорошо там. Да-да-да, у нас пока есть время. Откуда по нам стреляют? Чё за... Да блин, ты заколебал бегать, стрейфиться, когда я целюсь. Да что за бред? Добил в этот бананы кого-то. Хорош там элементы атак, молодец. Рубай этих лохов. Из-за костра не видно ничего. Ну да. Вон они сзади где-то. Да-да-да-да-да, в этих щелках. Запробуй что-то идти делать лутать их или нет? Ну их там поменьше уже не, стало. Не, забей их там еще. Пока много. Нет, да-да-да-да. Сейчас огонь пропадет, там видно будет. Главное раздуплять. Фу, иди. Он говорит, пошутил. Сзади нас никто не бьет. Не бьет. Не-не-не-не-не, давай, дед, руби их, дед. Там все горит. Тут получается весь сервер сейчас, да? Весь сервер здесь. Ну не весь сервер. Смотри, из дома соседей стреляют ангелы. Ангелы соседи, мы с этого. Смотри, они убивают! Элемент убил! Да. Хорош. Хедшот дал элементу! И он не умер. Или он просто не написал, что не умер. Может, он просто упал. Все, он вроде упал. Подожди, что-то тихо. Стой, стой, стой. Может, давай тебя вынесу. Я скину болт, скину это, а, да. Давай. Стой, прикрывай. Давай. Окей, давай. Нет, стреляют, смотри. С соседнего дома ангелы стреляют. Да вижу уже. Так, прикрывай. Давай, попытка. Вот бежит один чувак. Вижу. Хочет лутануть. Попал по нему? Попасть надо ему. Ой, хор... А, блин, фаргус элемента убил. Дал. Дай, ой, понял. Нифига себе, с бота попали-то как. Хедшот дал. Пол хп сразу сняли мне. Че, все пошли. Это ты побежал, да? Да, это я. Хорошо. Подожди, мы перезаряжаемся. Вон, возле забора. Двое, двое, импульс осторожен. Осторожный импульс, да-да-да-да. Держись! Сейчас, 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 осторожно, осторожно, да-да-да, на картах. У меня АК сломалась. Ой, хороший импульс. Руби, сколько их там? Отходи. Минус один, но я умираю. Отходи. Прикрывай, прикрывай, крою, крою. Последние патроны. Взял болт твой пока что. Отлично. Еще решил насандалить им импульс. А-а-а, тебя сзади еще стреляют, не могу помочь. Их трое. Хедшот дал. Я элемент убил. А-а-а, тебя сейчас трупак хотят убить твой. Не даем убить, не даем. Ну не да. Убивать, я хочу надо еще раз импульсы как-то туда отправить, это веселуха. Я хочу жить. Там один за лутом пошел. Они голые. Не, не, нет, он боится. Да-да-да, они голые, реально. У меня калаш сломался, блин. Это я плохо. Спуститься вниз с пистолетом. Давай, давай. Попробуйте залутать лут. Сейчас надо лут лутать, а не их убивать. Дай, дай мне этот пеш. Ой, пешка, дробаш. Вы понимаете, дробаш, что там нету огня, ребятышки? Только потом на пешку так-то нету. У меня есть 19 патронов. Ладно, не помогут они, не помогут. Я пошел с шотганом. Давай. Я тоже с шотганом. Работайте там. Они идут там.
втроем иду, четвером втроем иду. Эй, давай, короче, давай снимай. Сейчас. Я по мне попадал. Иду! Давай, давай, давай. Не попал. Они лутают что-то там. Ой, ой, ой. Они залутали. Не могу попасть. Там очень много, ё-моё. Перезаряжаюсь. Не просто положили. Не могу попасть, сори. Давай, Леша, давай, 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 работай по ним. Жесть, да не могу попасть, не получается. Лутают. Они все лутанули. Ты понял, короче, они толпой побежали, чтобы, ну, не знали, кого стреляют, и лутали. Попал по одному. Стрейфятся, понимаешь, они неплохо. Не могу я одним ласт-патроном добить. Уходит он. Попал по ноге. Ему еще один выстрел. У него столько их там никто не было. Блин, ну нафиг. Да, и да, голову! Да, да. Затылок дали, сбора, чтобы по ХП было. Не попал. Ну все, они сейчас домой будут уваливать. Лутанули, гады. Ну да какая же их сколько? Толпа. Зато фан. Они там... Они там продолжают наяривать, что ли? Да, они уходят, там вайперы их зажимают. Они тупо за этой штукой стоят. Ну-ну-ну. Лутает твой лут! Стоят. По одному попал. Мой лут попробуй убивать это. Там у меня броня лежит только моя. Почему я пару раз в хэт не убил? Вот что мне не нравится. Понимаете? Это Фаргус, успокойся. Надо не знать с кем-то союзничать, потому что, а как по-другому-то? Вот они идут лутать всемером или восьмером лут, что делать? А, я понимаю, с раз ракеты. Был... Я понимаю, раз был бы как раньше, когда можно убивать в хэт с одного патрона. Когда с шотгана умирают с одного патрона. Давай. Есть что? Это мог старый... Так, из дома, еще из дома соседи какие-то стреляют. Я видел, как ты по ним зажимал, и они, грубо говоря, не умирают. Так, что ли, получается? Угу. Этому в голову сколько давал, тому сколько в голову давал. Не хотят умирать, и все. Но мы, в принципе, ничего не потеряли же, да? Калаш только сломали. Только... Ой, я пошутил. Уходи, уходи, тебя еще из дома пичкают. С дома соседнего. Я не знаю, что делать. Что это? Но здесь просто бойня. А, мою, у меня броню забрали? Чё? У меня, мой, меня залатали или нет? Нет, я по-моему. Я не знаю, даже был. Чё, я бегу сюда. Там, а, я вижу какой-то труп. Это мой труп, да. Забирай, Олега. Уходите. Ой, не Олега этот, блядь. Это мой. Знаешь, нет, вот, а если, вот, не... вот знаешь, если бы не было ТП, мы бы, может быть, и выиграли этот файт. А чё толку? Ты минусу... Вот мы минусовали. А чё толку? Они ТП-шки напишут. Лут подбирает. Всё, как бы. И всё. Занеси пока мою броню там, хорошенько. Да-да-да, я несу. Они в ангаре стоят теперь. Ну, а хедшот вот опять дал. И вот чё, вот опять вот он не сдох? Ну не может быть такого. С болтовки сразу умирают люди. Не может быть. Не может быть такого. Вот он... А вот я умираю, да? Вот я вот умираю, да? Это нормально? 153 метра, нифига себе. Ты же с броником, да, на лице? Да, да. 100% броник на лице. И вот после вот такого вообще не хочется играть в Rust. Я буду всех тогда ночью рейдить. Просто по-глупому. Заходите вот эти дома рейдить. Потому что я даю в глаз. Чувак не умирает. Мне дают в глаз. Я умираю. Эх, обидка. Так-то вроде все ништяк. Все отлично, повоевали классно. Нормально, мы же, скажем, в плюс ушли. Тут я вынес только что 13 аптечек, 20 шприцов, пэшка. Правда, томик слил, но это ладно. Ну это да. А как вот тогда в хэд бить, чтобы они умирали? Как? Вот у меня вот на ролике было 3 случая таких. Когда... Типа дамаг, может, что ли, не проходит, или что, я понять не могу. Может, они опять идут! Они опять идут толпой, я даже по кому-то попал. Да ладно. Да. А теперь они, походу, идут просто стреляться. Типа в отместку, да? Типа просто повоевать. И я в соседний сложил ящик. Угу. Ну если что, на хому летим. Кое-куда. Да. Ой, если они взрывать, будет вообще шикарно. Вообще.
Нереальные рейды пустого. Нереальная защита называется. Ну или так. Нереальный разнос базы, где ничего нет. Или есть. Смотри, они кого-то пытаются поднять, что ли, там лутают, не понимаю я. Эх, одна такая вот штука. О, этот строит там от ангелов. Откуда там стреляет-то? Там ангелы, там три человека на крыше сидела вообще. Три? Да. Что такое? Кто-то попадает по мне. В спину им. У меня чё? Не прорисовывается дом ангелов. А у меня... Я у меня... Вижу, как он стоит на лестнице. Смотри, смотри, он поставил этот. А как... А, они это поставили. Нычку такую, чтобы смотреть. Да, да, лестницу его. Вот как у нас стоит здесь. Угу. Да, в одном моменте я там не попал. Ступил, конечно. Может, калашек надо было бы. Но... Калашек тоже непонятный. С 5 ударов, получается, убивает в тело. Так, ну что, я думаю... Тут, наверное, все, потому что что тут делать? А вот... Ну, он вылез. Да-да-да, ангел. А эти не хотят идти, да, на нас? Но они не пойдут, наверное. Боятся, я бы на их месте просто уничтожал бы просто все нахрен. И не боялся бы. Да. Ну, играть своих 9 человек, по-моему, мы насчитали, да? Да, где-то так. И они играют посменно. 9, а то, может, они и больше. Всегда в онлайне. Это они играют, по ходу дела, в MMORPG. Просто в MMORPG. Качают дом каждую неделю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И вот как сражаться против зерга? Это же зерг? Да. Зерг. Там... Какое слово. Да-да-да. Я говорю, понимаю, был бы старый раст, где с хеда умираешь, с калаша с 3 патронов в грудах тоже умираешь. А здесь болта даешь, никто не умирает. И получается система перелива. Тебя стреляют, ты убегаешь, штрейфишься и начинаешь юзаться. Вот так вот. Аптечки наматывать, все наматывать, потом опять как будто ты не попадал. И все дела. Ну что, ребят, это я даже не знаю, что это было. Это не то, что нереальная защита, это какой-то нереальный вертолет, наверное. С вами был Лего, Импульс и Дедуля. Всем пока-пока. Пока-пока. Да, да, ласт. Вот так вот. О, он по мне попал.